в России в связи с вот этой всей ситуацией, о которой мы с вами сейчас и говорили, да, и инфляция, налогообложение, то есть уровень жизни падает, и это понятно. Вот на 2%, казалось бы, это немного, с 15 до 17% вырос уровень протестных настроений в связи с закручиванием гаек и так далее. То есть в этой статье писалось о том, что это кажется, что это несущественно, но на самом деле, там это буквально за полгода, да, эта цифра выросла на 2%. Может ли сочетание всех этих экономических проблем таки создать это критическое давление на российский режим, если у Российской Федерации запас прочности, который позволит продолжать войну годы, да, как говорят некоторые спикеры? И как это все пытается продемонстрировать Путин? Он тоже об этом говорит, что мы готовы, мы, значит, продолжаем и так далее и тому подобное. Нет, смотрите, мои коллеги, которые говорят о возможности России воевать долго, они, как правило, говорят об одном. И говорят, ну, в общем, разумно, что вот военные расходы России может финансировать долг. Но страна не сводится к военно-промышленному комплексу. Есть еще вторая проблема – это поддержание экономики. И третье – обеспечение нормальной жизни населению. Вот на войну деньги могут находиться какое-то количество лет, это правда. А вот то, что касается просто жизни в стране, с этим большие проблемы. Ну, потому что, ну, скажем, для того, чтобы навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве России, надо потратить разово, ну, где-то 100 триллионов рублей за 3 года примерно. Это примерно разово. Таких денег нет, никогда не будет, и даже смешно об этом говорить, это примерно 3 годовых бюджета России. Но никто не может такие деньги дать. А в России столько проблем, и каждый день выскакивает какой-то чиновник, за что-то отвечающий, начинает верещать в голос, что большая беда. То один выскакивает, кричит, у нас там страшный износ теплосетей. Другой выскакивает, кричит, у нас страшный износ лифтового хозяйства. Третий выскакивает, кричит, у нас 4 миллиона метров аварийного жилья, надо спасать людей из этих домов, завтра рухнут. Вчера выскочил человек с криком, у нас катастрофа с водой питьевой. Все изношено к чертовой матери, не ремонтируется, денег нет, в общем, катастрофа полная, скоро питьевую воду в города подавать не сможем. Ну вот, и это все одновременно происходит, поэтому на войну деньги найдутся, а вот людям жить станет настолько невмоготу, что они начнут сначала сбрасывать мэров, потом губернаторов, потом перекрывать федеральные трассы, и в этот момент кто-то из элиты начнет думать, что, в общем, хорошо бы оседлать ситуацию, а иначе его тоже повесят. Вот это примерная модель развития ситуации в России. И это не 13, не 15%, это будут совершенно другие цифры. Потому что когда у тебя замерзает дом, а у тебя там маленькие дети, то ты знаешь, вдруг из человека, обожающего президента, становишься человеком, ненавидящим мэра, проклинающим губернатора, и выходящим на вполне такие активные действия против местной власти. А с другой стороны, против тебя выйдет ОМОН, у которого точно так же дети замерзают в тех же домах. Они же рядышком живут. Еще он тебя будет бить, когда у него самого ребенок замерзает, а жена проклинает последними словами руководство местное. И начнут, конечно, сначала, значит, ругать местное, свергать местное, но потом же, значит, как бы покатится. Вот это как бы очевидная история. Поэтому 13-15% это ничего не значит. Если у вас одновременно совпадут проблемы с отоплением, питьевой водой, начнутся перебои с поставками продуктов питания, все говорят, ну ты какие-то страшные картины рисуешь, такого быть не может. Я говорю, ребята, ну посмотрите прошлую зиму, что я там такое придумываю? Невероятно. Все одновременно. У нас износ такой же страшный в электроэнергетике. Ну и чего, ты хочешь греться там электричеством, у тебя электричество отключилось. Поинтересуйтесь кабельным хозяйством города Петербурга. Не дай Господь. По всей стране такие лежат старые кабели, еще советские. Они такой большой нагрузки просто не выдержат, гореть начнут. Поэтому, ну, страна изношена, ее чинить надо. А вместо этого страну погнали воевать. Ну, вот она теперь будет иметь массу неприятностей. Ну да, вместо того, чтобы чинить свою страну, давайте разрушим другую. Соседнюю, да. Удивительная логика, да. И я вот сейчас, вы говорите о проблемах ЖКХ, которые настигнут россиян ближайшей зимой. Я вспоминаю, как долго они разрушают нашу инфраструктуру украинскую. Первые блэкауты, сейчас эти блэкауты. И вот нас это делает только крепче. Я ни разу не слышала в Украине, что ну давайте уже согласимся, вот мы замерзли. Нет, купили генератор, купили и так далее. То есть, а в Российской Федерации... Знаете, я с этим сталкиваюсь очень смешным образом. Я же читаю лекции онлайн для людей, для менеджеров. У меня есть ученики с Украины.
Мы с ними подгадываем время занятий к тому моменту, когда у них есть электричество в домах, и я под них подстраиваюсь, чтобы провести занятия тогда, когда есть, а не тогда, когда начинается плановое отключение. Так что я, что называется, очень даже в теме. Спасибо вам за это огромное, что входите в наше положение. Я просто вела к тому, что вот если Украину это сплочает, то Россию это может наоборот начать. Ну да, просто зимой народ начал с того, что он начал выходить во дворы, греться у костров. Вы представляете эту дивную картину. Значит, многоэтажные новые дома, во дворе костры, люди греются с детьми у костров и записывают видеообращение к президенту: «Батюшка, спаси от замерзания». Ей-богу, но это же реально так и было, да? Удивительно. Но если это повторится этой зимой, то они начнут уже выходить к мэрии, выходить к представительству губернатора и требовать, чтобы, значит, губернатора на виллы, потому что жить-то невозможно. Значит, начнут менять мэров, губернаторов, пока, в общем, люди, которые в это дело входят, не начнут думать, что, в общем, лучше бы как-то поменять, потому что может кончиться плохо. Ну да, они не понимают, что рыба гниет с головы, и все еще обращаются к Владимиру Путину: «Батюшка, помоги». Вот. Ну, не знаю, дойдет или не дойдет, что батюшка вас и закапывает тут верной смертью. Не знаю, это трудно сказать, но они начнут требовать срочного выручания, чтобы их выручил батюшка из Москвы. А что батюшка может сделать? Он ничего сделать не может, у него все деньги ушли на танки, снаряды и ракеты. У него денег нету. Я не шучу. Да, это видно в бюджете, можно взять бюджет. То, что я говорю, легко проверять. Опубликованы бюджеты России на 24-й, 25-й, 26-й. Там видно, что идет сокращение расходов на образование, здравоохранение, на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Там прямо эти расходы срезаются, там это видно. Не то, что увеличится, срезаются. Ну, я бы так сказала. Верным путем идете, товарищи, к тому, чтобы свою родину разрушить. Я каждый раз думаю, это же надо было так хотеть нас уничтожить, чтобы уничтожить и себя. Это ж какой... Он себя спасает, Тала. Он себя спасает, он спасает свою личную власть, свою личную возможность контролировать денежные потоки, свою возможность подкупать окружение, ближнее, денежными потоками. Что дальше за этим кругом происходит, ему абсолютно неинтересно, его абсолютно это не волнует. И как там люди будут жить, ему абсолютно троюродно. Но люди в России это плохо понимают. Они упорно верят, что на них... Вы знаете, я получил письмо, я даже прослезился от ужаса. Думаю, господи, какие же идиоты живут на Руси. Женщина мне писала: вы что ж такое критикуете президента за то, что начал войну и последствия нехорошие? Так он же, небось, Путин до того, как начал войну, 100 раз у себя собирал в Кремле лучших экспертов и до ночи с ними обсуждал, какие будут последствия. Ну ты с ума сойдешь, ты можешь объяснять все, что угодно, тебе пишут такое: чего ж ты смеешь критиковать нашего президента, он, батюшка, ночами не спал, все думал, как нам лучше сделать. Верят? Что я могу с этим поделать? Это удивительное рядом. Конечно, этого не понять. Я же каждый раз повторяю. Сначала мы пытались достучаться, потом мы пытались понять, почему мы не были, а потом мы просто махнули рукой: «Сгиньте вы уже себе и нам свой ерунду».